такой, стоят двое, вешают свои же знаки. Вы понимаете, это до абсурда доходит, когда висит знак. Я ездил каждый день по одной дороге. Там знака никогда нету. Вдруг я еду 40 километров. Откуда? И гаишник стоит. У них зарплата 100 рублей, грубо, да? А им предлагают каждый раз по 100 рублей. Но мне проще заплатить им те же 50, чем потом неделю бегать со своими правами. Я могу не только завизировать, но и наказать одного начальника, потому что решение суда... Тихо, ну не все сразу. Миша, снимай. Поэтому да. А у меня копия с собой. Мы не требуем народной любви, а вот уважать, да, вот это нам бы очень хотелось, чтобы уважали нас и нашу работу. Ну, наверное, уважение надо заслужить. Здесь сомнений нет, что много зависит именно от нас.